Так, ну что, подготовим следующую сцену, где кот уже вне себя. Так, возьмем вот, чуть ее передвинем. Так, и вот туда. И поставим сюда вот. Да. Чтобы у кота было видно, как он здесь царапины проделал. Я их потом нарисую. Так, смотрим, все ли нормально. Теперь ставим наши двери и окна. Так, видим, что кот у нас ушел явно. Так, ну давайте его сейчас подвинем. Опля. Подвинем позу. Вот этот кость возьмем. Смотрим спереди. И опускаем GZ. Вот так. Опускаем. И сразу идем. Так, тут все нормально, но с головой ненормальный объект. Выбираем тут и все глаза эти. И опускаем. Смотрим. Так. Смотрим. Так, смотрит туда. Страдальчески. Такой у нас будет большой в этот раз. Окей. Если мы этим довольны, мы говорим сохранить как. Допустим, здесь сцена 7. А дальше идем сюда, экспорт, и говорим, что сцена 7, кадр 2, второй кадр. Выбираем все галочки, ставим здесь и говорим экспорт. Все. После этого хитрим. Идем сюда, решет, и выбираем вот эту сцену пятую. Так, да. Так. И ее закрываем. Эту сцену вообще можно удалить? Нет. А сюда импортируем сейчас вот это второй кадр. Начинаю выставлять так, как нам нужно. Так, и видим, что не совсем удачно. Вот это белое, это белое. Как бы сразу все три белых. Поэтому вернемся, нет, с карты. Давайте мы голову еще повыше задерем. Вот так. R. И повыше. Уже сюда. Так, здесь как-то не очень красиво. Вот это место.
Плечевая кость куда-то ушла. Ну, тут не избавиться от того, что отодвинем шею, тогда мы сможем отодвинуть голову. Немножко отодвинуть голову. Хорошо. Еще раз сохраняем сейф и сохраняем как экспорт, экспортируем как вейв. Смотрим, все тут нажато, все отлично. Идем снова сюда. Берем этот. Стоп. Так, убираем это и сюда импортируем второй кадр, вот этот, да? Вот оно. Ну, давайте смотреть, как теперь. Хочу, чтобы это вот так было, чтобы видно были эти когти. Возможно, возбужденный хвост. Так вот. Либо полосы, да? Можно посмотреть еще какие-нибудь варианты. Все вот так. Это так будет лучше. Вот так. Ну и все, и можем его тоже рендеринг поставить. Так, рендер. Ну, когда в первой сцене все уже налажено, то со второй уже немножко попроще. Третья нам будет сложнее. Что мы не сделали, мне кажется, это мы не убрали с шерсти глянца. Ну, ладно, пускай так будет. Пускай так будет.
Но что мы точно не сделали, стоп. Я думал, не видно будет, поэтому как бы в уме пропустил. Давайте остановим его. Там на заднем плане это гудит машина хлебопечная. Так. Давайте мы сюда пойдем, вытащим этот, скажем, лейбл. Вот так и работает, да? Поставим новый. Вот он. Так. Ну и там тоже. Новый зарядим. Ну, будет нормально. Хорошо, делаем рендер. Я поставил denoise, то есть удаление шумов. Я надеюсь, он это сделает. Иногда бывает так, что он слишком много убирает. Так, ну нормально, в принципе. Да, если здесь полосы еще сделать, видно будет, что он вообще озверел. Ну, пускай теперь считает. А мы пойдем хлеб печь дальше. Если интересно, смотрите видео. У меня есть видео. Так, пока.